Фестиваль «Скрейна в Украину» состоит из дневной и вечерней программы. Будет большая дневная программа, я не могу говорить долго, но дневная программа, что основное в ней будет, это большая детская программа, выступление детского джазового оркестра, выступление уличный перформанс, это наши ребята готовят, театралы криворожские, также будут там различные мастер-классы, социальные танцы и также все локации, которые непосредственно принимают участие в основном фестивале нашем. И также будет большой рок-концерт вечером, он самый масштабный из 11 городов, это рок-концерт с участием 9 команд, будет 3 команды киевские и 6 криворожских команд. Приходите все в парк Шахтерский на 44-м, фестиваль «Скрейна в Украину» с 11 утра до 11 вечера. Будет весело всем, приходите к нам.